Так, я пока бегаю, открываю земли. Иду к успеху. Я сейчас уже тоже иду. Хожу. Я хотела Скоро пойти я в деревню. Уже Наткнулась на пачку. О, мотак-то с 20-го, да? Кто с 20-го? Мотоцикл вот этот, зимний. Ну да. Да? Кому-нибудь падал дракон с Аниксией? Падал. Да. Два раза. Один раз мне. Боже ты мой, что за люди. Мне ни разу за всю игру не упал он. Когда он мне упал первый раз, я был очень удивлен. Я не ожидал, что у него с него такое падает. При этом к тому времени я уже играл лет... года 4, наверное. То есть еще недостаточно много играю. Так, а топором кто-нибудь пользуется у нас? Я. Мы тебя присумоним, я отдам тебе топор. Я ему меч сейчас ставлю. К ловкости топор, если нужно. Ну, твои сумки не мои, так что... Забирай. Забирай это и то. У меня аж плюс 2 к силе. Топор. О, меч. Сильно, сильно. Надо 5-го найти или не будем искать? Да нахрен надо. Так, там я уже... вас вижу. А там же КД на нем нету, можно сбрасывать, типа, и сколько хочешь пробивать этот инст, да? Нет. Да, до мини-КД. Там какой-то код потом вешается. Вы открывали окно персонажа? Вау. А что там? Уровень предметов. Красивенько. Красивенько. Ничего так. А что именно красивенько? Ну, в целом оформление. А, ну да, по-другому. Так, где-то тут таверна должна быть. Вот все, что они проработали, на этом хватит. Достаточно. Они карту убрали. Ну да. Чем могу помочь? Мокра. Тут уже вон арена 2 на 2 у людей, 1000 рейтинга. Арена 1 на 1, 1 на 3. А как вы так быстро путешествуете? Что вы такое делаете? Что? Серёжа, подъеду сейчас. Ну, я за тобой бегу. Если это можно так назвать. Чтобы уважаемый игрок, получение почты вашим персонажем в детстве невозможно. Ничего не понял. Ну, ты как бы получаешь этого маунта, но как бы ты не можешь его получить. Интересно, на 20-м он возьмется? Да, я видела людей, которые с ним в 20-м уже ездили. Я сейчас вижу троих. Пока на дирижабле стою. Лок, будет одна голда? Хорош. Поговорим. Таурен, друид, фрикаделька. А Кирти уже еще должны 7 человек подписать.
А это обычно легко делается. Уже моя гильдия получила первый бонус. Наконец-то я могу спокойно умирать. Я из-за вас так и не поела сегодня. Меня работа как... научила есть на ходу. Ты вот как раз, мог. Саш, мы же как раз это всех обогнала. Ходи. Да, вылетай их и иди. Мы тебя обогнали. Хотя время, конечно, уже не очень подходящее, на самом деле. Не слушай, Денис, иди поешь, если хочешь. Из-за того, что я буду сидеть до утра, Пойдет. А кто спать ночью будет? Собака. Давай, что ли, на Сашу потренируемся? В смысле? Блин. Ты такой махонький. Где-то парикмахерская есть, да? Ну да. Уровень вашей цели не соответствует требованию этого камня встреч. Сори, Денис. А какой, интересно, тут 15-й ему надо, да? Наверное. Ладно, ой, Денис, давай качайся быстрее. Я пойду поесть, подготовлю. Я пойду мобов пока тогда убивать. Чё, в инс можешь пойдём, там убивать. Спасибо. Ну, пойдём. Можно попробовать. Ой, вот квестик. Тут... Шо это за такое? Тут много квестиков. Мы победим. Мир тебе. Помнишь, Денис, как я брала эти квестики, ты меня качал по ним? Помню. Я просто не успевала лутать мобов. Питайся. Слишком далеко. Ой, а у меня воды выключен, не настроен. Да ничего страшного, у нас тут медведь всех убьет. Я, короче, пустоходку повешу, дальше сам собойся. Ты можешь руками еще бить. Так, почему я бью? Почему я танчу? Промахивается он. Сейчас пару уровней будет нормально. Слишком далеко. Уже 11. Ой, тут, кстати, есть еще один квест. Он немного спрятан. Ой, я помню, не люблю его. Вообще. Я что-то немножечко забылась. Ой, танк умер. Подожди, я принесу себе воду, окей. Ваня, ну ты еще его настраивать, да? Так, надо что-то бафнуть. Лапку. Жертвы нет никакой. Мана резается долго. Когда у вас сейнеры появятся? Ой, я не помню, надо глянуть. Я готова платить за все сейнеры. Ухожу. Ну, никогда нет маны. И кто-то уже тюрьму Штормграда прошел. Это... Оль, похиль его чуть-чуть. Сама я пока себе.
Но погоди, дальше не иди, у меня мана закончилась. Ну все, можешь дальше идти, я настроилась. Поочередно хилим, да? Ну, кто умеет хилить, тот хилит. Вы видели шипа, который бьет палкой? Только что. Профессиональный уровень. Шесть процентов крита. Просто иду на взлет. Передавай все. Денис, как у тебя дела там? Нормально. Мне было 11, когда мы заходили. Я надеюсь, у тебя больше нет ужасных заданий. Нормально их там убить, эту расчленить. Жесть. Гоблин, это весело, походу. Кошмар. Разорвать. Да убить, блин, расчленить. Иди сюда, подойди ко мне чуть-чуть. Да, иди сюда. О! Сейф кнопка будет. Ну, я свое дело сделала, я пошла хоть готовить и включить. Как же бурного роста не хватает, сидишь ты, Гриша. С какой яростью бьет корова? Это что-то. Ты имеешь в виду вот этот крик, да? Угу. А у тебя нету никакого молока, ничего нету? Ну, нет, в смысле, не слишком надолго подумала о том, что надо это купить. Так. Если я могу подкинуть. А ты мне дала 19, давай я ей дам сколько. Да и палкой хорошо бьется, идем. Нет, оно, я же не кастер. У нежити еще хилка своя есть, такая прикольная. И дамаг немножко наносит и хилит. Пьешь? Пьешь? Да, агро. А, там куча пошла, мне тогда не надо. Ну да, а то там. Давайте, вот может, я тоже огнишку, мне там уешка какая-никакая есть. Вот, откидываешь, если что. Ну я тогда совсем бесполезный буду. А ради какой цели придется потерпеть. Два мишки.
Но умирать начнете, вы парите. Че там 12 не на подходе? 2,5 из 8700. Попрошу меня сейчас не переагнивать. Я того бью. Какой злой медведь. А еще можно хитить. Че, как оставалось? Мне кажется, я чуть-чуть перестаралась. Чуть-чуть. Но я хилю. Как могу. Все, больше не могу хилить, мана закончилась. Беги! Я не ожидала, как много стоит. Хватает одного паладина, да? Да, да. Да. Где бы он мог быть? Что там у тебя, гоблин? Ну, осталось морпеха какого-то убить. Жесть вообще, у него там приключения, морпехи какие-то. Мы не будем тебе напоминать про какахи. Ни разу, честно. Мы хорошие люди. Это хорошо, что их не только с пола можно соскребать, но еще и из трупака доставать. Но тут по 3 надо по-любому. То есть 3 мы вывезем, а 6 нет. Моя мама опять ушла на покой. На мишку тебе на другом уклоне.
второй, блин. Ну как там, Денис? Прям интересно, что у него там за квесты. Сейчас? Хочешь гоблина попасть на себя? Сейчас мне надо найти плетеные волнами четки. Плетеные волнами четки. Ну а зигзага ими не подойдут? Нет. Нет, тут на берегу какой-то. На каком-то берегу. Волны плетут четки. Почему ты 18 уровень? Где я пропустил этот момент? А мобика вбила в мишки. 16-го там размах, офигенная такая способность. И только на нее ярости нет. Там мобиков побольше надо. А, побольше хила нет. Так, я пока еще точку дай подхиливаю, но это не долговечно. У меня мана есть, если что, он у нас ставит класс. Маны нет. Давай её убить палками. А что поделать? А потом ты переагривай, я тебя похилю. Завтра же воскресенье, да? Да. Денис, я всем надо перейти до 15-го докачаться. А там на камне не писало, какой ему уровень нужен, чтобы сумануть его? Нет. Давайте спросим в ЛФГ. У тебя мана есть? Да. Я просто... Я человека у второго спрашиваю, я не помню. Да, есть. Обижается на человека. Нельзя. Вот из инста нельзя, из локации нельзя. Да? Что
пожалуйста, а ты Денис говорил. Сагри, пожалуйста, сагри меня, пожалуйста. Мануть, спросили, сумануть можно из инста или нет? Из локации. Сказать нельзя. То есть я должен докачать. Сам. Я сам. Так, нам нужен новый друг в нашу компанию. Этот... Этот надолго. Этот сломался. Ну, когда докачаешь, ты пиши, мы тебя позовем. Это, подпишите меня, пожалуйста. И ты там до 40 уровня будешь качаться, да? Ну, он ревнится, но не сможет после 15-го. Ага, слакеры, блядь. Стоят втроем, ждут рез моба, а я его раз и подрезал. Так, ну мне, кстати, еще нужно 300, и у меня будет 17. Мне еще 200, у меня будет 19. Хорошо, дай, пожалуйста, эрела мне. Помощника нам нашел? Да, почти. Только не нам. Сейчас Семен третье окно заведет. Второе, ладно. Тимур, это не маг случайно? Маг, Тимур. Это не та сволочь случайно? Сволочь. Так, я вот не помню, двух тут можно загреть, нет? Главное, это же гоблин. Загреть меня, забери меня. Да тут еще пока нечем особо забирать. Вот будет 16-й, будет нормально. Ура! Кстати, если мы убьем еще 4 шамана, то мы сделаем квест. Какая раса вы еще у гоблина есть? Чего здесь есть? Ну, способности какие расы вы у гоблина? Ракета и прыжок. Пассивно 1% хасты. Вроде все. А, еще уклонение. Уклонение к эффект исцеляющих заклинаний. А у нежити? Эй, нежити. Так, у нежити какое-то могильное касание, пуля отрекшихся, но это снимает страх, сон. Так, крепкие кости, это 2% урона снижается, дух 4%, ну и все, и могильное касание. Ну, Синдария просто красивая. У них хоста и крит 1%, не надо мне тут. Еще и хоста, хорош.
Идем убьем шамана. Он левее. Так, это вот здесь? Вот этот? Нет, там вот их где трое, нам надо одного выцепить. И потом еще троих будет. И до меня дошло, что я могу оглушать. Только что просто вспомнил. Зараза, они шхилятся еще. Угу. Мы тоже только убьем. Агрис меня, пожалуйста. Шаманы — это наша смерть. Ну, чисто в теории, если я добегу. Я к тебе на встречу бегу, давай. Что они такие сильные? Блять! Его запинало, и он опять отхилился. Я понял прикол. Короче, квест называется «Цыплята учатся летать». Вот. И... Короче, тут по полю бегают всякие цыплята. Я их, короче, в воздух запускаю на ракете. Фейерверком. Сука. Не стыдно. Просто жесть. Ну почти запинан. Чуть-чуть. Фух. Так, нам осталось еще 3 шамана. Мне кажется, ли очень сложный инст? Ну так... Тебе кажется? Мы просто голые в хлам. Нам еще осталось 2 шаманов и квест дадим. И посильнее будем. Сейчас тут... Тебе, Саша, нельзя сдавать. Блин, когда он оттуда выберется уже? Неужели с 40-го? Ну, видимо. Да не, не может быть. Чё, реально 40-го? Мне кажется, если сейчас Денис начнет кого-то другого качать, он быстрее докачается. Он же для этого магов пати взял. Я думаю, говорит моему другу, что за гоблина жопа качаться или нет? Скажи, пока он на моей усилке говори. Да я тоже так думаю. Нам нужно еще 2 шамана. Так, это что, направо идем или налево? Надо посмотреть, где. Направо. Они справа есть. Я вижу. Я точно знаю, на них где. Вот. Ой, там же шамана нашла. Этот спрыгнуть. А там пройти можно? Там только прыгнуть.
Ё-моё, 4, 5. Мне кажется, мы зря это сделали. Нет, мы не умрём. Да мы уже умерли. Чуть-чуть. Ты что, Репина? Блин, они вон там где-то таились. Ой, в стене. Там можно, в принципе, добежать, квест сделать. Взять. А, ё-моё, тут можно добежать, сдать квест. Вот. Изи. Блин. Короче, я почти добежала и сдала квест. Вам тоже советую так сделать. Так, похилимся. И посильнее станем, кстати. А? Логично, логично. У нас кольцо никто не носит. А, ну Денис, ну... Ты пока не с нами. Вот, короче, где... Да, вопросик. Нам надо туда как-то попасть. Надо как-то потихоньку. Я через 45 секунд смогу их оглушить, и мы сможем пробежать. А не проще нам там зачистить по той стороне, и с другой стороны адекватные люди? Ну, вариант, кстати, неплохой. Как раз тут сейчас 12-й будет. Просто... А, ну вот. А зачем тот, если он нам не по пути? А все равно сагрится. Жопки толстые. Господи, погоня за мобом. Так, на один почти. Один хп, все, минус один моб.